Джаз, соул, ритм и блюз, музыканта и певца вместе с армянскими ритмотивами, потому что когда-то я пел в церкви, в армянской церкви, в хоре, я пел такие вещи. Конечно, это звучит более современным языком, но то есть на русском языке, но что-то типа вот этого, как gospel, you know. All over the world. Вот такой вот он, я, музыкальный.